Особый подарок к 1 сентября получили ученики школы поселка Учебный Ершовского района. Здесь отремонтировали спортивный зал. Реконструкция помещений проводилась в рамках проекта «Ремонт спортивных залов сельских школ». Спортзал в Учебном открыли в День знаний, а перед этим ход работ в школе проконтролировал депутат Госдумы Николай Панков. Тему продолжит наш корреспондент. Ну что, дождались? Ждем. Ремонта спортивного зала в школе поселка Учебный ждали еще с начала года. Тогда учебное заведение посетил депутат Госдумы Николай Панков. Пообещал, к новому учебному году спортзал преобразится. Обещание сдержал. Накануне открытия приезжает лично посмотреть, как идут работы. Неплохие у вас спортсмены, вы готовите школьники, у вас хорошие результаты в этом плане. По крайней мере, с городскими школами мы идем на равных. Вот я просто уверен, что получив такой хороший, качественный спортзал, новые условия воспитания детей, вы добьетесь еще больших, лучших результатов. Николай Васильчев – учитель физкультуры. Требования к детям предъявляет серьезные. Результаты постоянных тренировок есть. Школьники не раз становились призерами многочисленных спортивных состязаний. Вот это наши достижения. Сейчас они пылятся, но в отремонтированном зале они будут находиться на своем стенде. Спортивные награды уже скоро займут почетное место, а пока здесь наносят последние штрихи. На реконструкцию спортзала выделили почти 1,5 миллиона рублей. Большую часть средств направили на новую кровлю. Старая давно пришла в негодность. Установлены новые окна, пластиковые, демонтированы полы, оштукатурены стены, покрашены краской, полностью заменена кровля. Была мягкая кровля, сейчас у нас стала жесткая кровля, заменена и оцинкованным листом все выложено. Теперь и переход, и здание с школы. Обновленный спортивный зал – это подарок к предстоящему учебному году. Здесь будут действовать различные секции. Ваше дело нужное, необходимое. Именно воспитание, обучение молодежи, детей – это главный сегодня вектор развития страны, государства. И прежде всего всегда государство, даже когда ему было тяжело, большое внимание уделяет школам, а в частности сельским школам. Уже после Дня знаний спортивный зал начнет работу. Теперь он отвечает всем требованиям образовательных стандартов. Александр Старков, Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.